Всем привет. Всем привет. В общем, решил сделать тарелочку оливье. Хоть и не праздник какой-то, там, ну, просто обычное воскресенье. Ну, воскресенье тоже праздник, вот. Как говорится, однообразие тоже. Ну, доедай ты в пище, ты уже да. Хочешь. Эмиль мне уже говорит, мам, ну, сделай что-нибудь такое. Вот. Что это? Думаю сделать. Ну, оливьешку, наверное. Я вчера, короче, картофель отваривала. Вот. Купили, короче, вот такой вот горох на рынке. Вот что с ним теперь делать? Отмораживаем на печи. А можно я насчет той темы потом отдельное видео сниму? Да, да. Это уже будет другое. Чисто свои мысли, ладно? Да. Ты как горячее это брала руками? А? Ты как горячее это руками? Она не горячая, она холодная. И там она, кстати, тут обычно сачок пьешь с этого, как его, с горошка. Он такой солененький, это просто как будто воду снежную пьёшь. Ну так из-за снега, то, что он заморозился. На базаре больше не надо это. Ладно. Прям вот с улицы брать. Желательно в какой-нибудь павильончик или где-то такой. Так я зашел вот в павильончик. Видимо, хранят фиг знает где. А это тут, короче, я как отваривала картошка. Это все тут, ну, я понимаю, выглядит, потому что меня... Что ты снимаешь-то? Все поближе, никогда нельзя. А как я сюда? Молча. Это, картофель, мясо я отварила просто. Я вынула отсюда, короче, лук, морковку, все такое вкусненькое. В самом деле очень вкусненькое. Вот, вот такая вот. Она отварная? Плюс подсоленая, плюс от лука такой, и мяско такое вкусное, отварное. Вот, колбасы у меня нету, колбасу всю съели, вот. И я, в общем, так сделала. Я картофель этот нарезала, мясо, лук и морковку, огурчики натерла на терке, так как... Ну, потому что нам на терке. Мы на терке. Нам он... Все поняли. Вот так вот, вот, короче. Сейчас нарежь яичко. Ну а что теперь? Да. Как ее? Горох какой есть, а что теперь? Вкусные яйца, хорошие. Сейчас немножко хоть разморозится. Такой вот суперский горох. Сейчас нарежу. Зря купил. Че? Надо было в Альке тогда взять. Горох? Лучше уж дороже, ну это. Ну а что теперь? Я теперь понимаю, почему они в стекле не продают. А, из-за того, что замороженный вид. Да. А в банках хотя бы не видно. А у них нет в стекле, да? Нет. Нет, ну это, конечно, что теперь? Ну, буду знать, что там не стоит покупать. Врюхались, ну а что теперь, да? В Сибири мороз 53 градуса. Сколько? Да, 53 градуса. Я сегодня смотрела. Сочувствую им. Вот. Мои соболезнования. Там один канал. Люди, короче, которые топятся, усилили, Эмиль, усилились пожары. Потому что шинки, это вся кожа трескается на мороз, такой сильный мороз, 53 градуса. И которые люди топят, усилились пожары. Ну, как объяснить? Я помню. Стараются натопить хоть как 53 градуса мороз. Ну, подожди, что есть... Крупное! А. Сделаю. Отбираю, чищу. Сейчас сделаю, поешь. Потерпи чуть-чуть, пожалуйста. Потерплю. Половину перед. Ты только что поел, как ее эту. Эту, как ее. Короче, плов с этим, с кабачковой икрой. Чашку. Опять голоден? Четверть чашки. Ну, четверть и четверть все равно. Для кого-то это порция, для тебя... Один зуб. Для меня это один зубок.
яйца сегодня, видите, забыл про яйца. Всего 5 штук. Нужно было бы 10 штук на такую чашку. На 10 на такую? Ты шо? Это много. Немного. Не люблю, когда много яиц. Хорошо, что 5. Почему не любишь? Не люблю в салатах много яиц. А, так, ну сейчас... Ну, волоки эту, как и эту... Как она там? Горох. Эмиль, вот это. Горячий, горячий, горячий. Что хотел сказать-то? Душа тоже болит. Сижу сегодня, это смотрю на печку. Может, как-нибудь хоть тоже денежку. Я знаю. Купить, замазать. Вот, если сегодня, Бог даст, угол заделаешь, если что... Вот, бабе, если получится, машинку починишь. Может, как-нибудь печку замазать. Я знаю. Кирпичи-то есть. Может, как-нибудь. Сколько она хоть стоит? Рублей 250-200? Кто? Вся вот эта. Ну, там, я не понимаю. Рублей 300. Потому что сейчас все подорожало. Неимоверно. Ты чего к печке стоишь-то? It's be cool. Зря я так открыл, да? Кого? Ну, вот так, чтобы нельзя было слить. Ну ладно, ничего страшного. Ой-ой-ой. А во сколько Эмиль подорожала? Не знаю. Я не узнавал пока еще цены. Какой есть чудик? Да ну чё ты теперь? Горох, он в Африке горох. Это горох. Ничего. Нормальный. Ему пофиг. Да ничего. Нормально. Нормально даже вкус этого гороха есть. В баночке дырочку делать, цветок хоть посадить можно. Сейчас начнёт на меня. В железной банке. Хотя садят железные горшки. Злой, потому что холодный. Какой холодный, только поел. Кто злой? И потому что симку эту заблокировали, на которую у меня зарегистрирован ВК. It's cool. Какую симку? Сейчас. Потому что у меня насчет это. А, насчет номеров у тебя память, да? Понятно. Мне насчет. Я все номера помню. Бабины, и твой МТСовский, и все свои старые билайновские. И ростелекомовскую симку номер я тоже помню. Я помню все номера. Майонезик-то пожалела. Майонез пачку почти выдала. Сейчас, если мало будет, я еще добавлю. Подожди, подожди. Кажется, да. Вода только тоже плохо. Сейчас, сейчас, подожди. Тут и огурцы, и все. Тут даже солить-то его и не надо, в принципе. Потому что морковка уже соленая. Лук, это, как ее... И хороший такой, жирный, мясной. Колбаса-то она даже иногда и хуже. И картошка в бульоне отваренная. Не сказал бы, что будет колбаса иногда хуже. Вот. Есть колбаса хорошая, но для такой колбасы нужно денег, полный карман. Эмиль, а месяц как-нибудь не угостит хоть под праздник еще? Может, не знаю. Прошу. Обнаглею, спрошу. Обнаглеешь, может, спросишь на праздничек тогда хоть что-нибудь приготовить. Да. Ну, когда вот я, если Бог даст, палас свяжу, может, к Рождеству кусочек чего-нибудь угостит мяски. Вот как раз я к Рождеству ей большущий палас свяжу. Вот. Может, что-нибудь Бог даст угостит. Дай пробовать! Сейчас на всех, во-первых, я делаю. Во-вторых, надо еще на соль попробовать. Я его не подсолила. Не стала рисковать, так как все соленое практически. Соли нужно, огурцы соленые, мясо подсоленное, шупоточку. Как ее морковка подсоленная, картофель подсоленный. Так, я что-то не раз пробовал. Все подсолено, нифига себе ты пробуешь. Ну, в принципе, нормально просолен. Да? Да, я тебе сниму. Ну, в принципе, да, нормально просолен. Это проба, я называю. Вот такая ложка, это проба. А не вот это там дала мышке хрыснуть. Не, вкусный. Вкусный.
вкусный, реально, да? Реально вкусный. И подсаливать даже ничего не надо. Не надо, прям нормально. Не надо, да? Прям нормалек. Жидковат чуть-чуть, ну и пофиг. Сейчас в холодильничек стоит. Нет, я не хочу густой. Я не люблю давиться с сухостью. Нет. У всех свои вкусы. Я не люблю, когда такой. Поставь в холодильник чуть-чуть, охладануться ему. Не надо ничего, он и так нормальный. Все из холодильника. Я наложу тебе, да подожди ты отдельно, что ж ты на всех. Сейчас разделю и бабе, и Аньке всем. Настырный какой-то. Я баран. Ну вот такой вот. Обычный оливье. Ну, с мясом зато. Вот. Ну вот так вот. Ну, это борщ. Сегодня, если Бог даст, сварю борщ. Борща. Большую кастрюлю. Может быть, еще вот такой день обычный. Воду надо мне еще натаскать и погулять, как говорится. Ладно, всем пока.